Итак, всем добрый день, возможно, добрый вечер, возможно, доброе утро. Мы с вами начинаем занятие по математике. Напишите мне, пожалуйста, если вы меня слышите. Так, отлично, вы меня слышите, очень хорошо. Замечательно. Тогда давайте приступать. Значит, в прошлый раз мы закончили на том, что немножко поговорили про степени. И вроде как выяснилось, что более-менее все там проходили в школе степени. Ну, я думаю, что если не проходили, то быстро сообразите, что к чему. Значит, в данный момент нам от степеней нужно знать следующее, что квадрат – это вторая степень числа, соответственно, чтобы получить квадрат, нужно умножить само число само на себя. Девятое, потому что я опечаталась, должно быть десятое. И, соответственно, чтобы получить куб, нужно само число умножить на себя три раза. Вот давайте начнем с того, что обсудим следующий вопрос. Давайте попробуем найти такое число, квадрат которого оканчивается цифрой 0. Ну, понятно, что нам, например, подойдет замечательное число 10. Действительно, если мы возьмем число 10, возведем его в квадрат, то что у нас получается? Получается 10 умножить на 10. Ну, соответственно, это будет 100, и это число нам подходит. В принципе, понятно, что нам также подходит число 100, число 1000 и вообще любое число вида 1 и сколько-то нулей. Потому что мы возведем это в квадрат, получим снова 1 и много-много нулей. Замечательно. Давайте теперь попробуем найти число, ну да, и 20, и 30, и вообще любое число, которое заканчивается на 0, нам подойдет. Давайте теперь попробуем найти число, которое заканчивается на 6. Точнее, число, квадрат которого заканчивается на 6. Ну, например, да, действительно подходит 6 в квадрате, потому что 6 в квадрате – это у нас 36. Видим, что заканчивается на 6. В принципе, подходит и, например, число 4, да, тоже, потому что 4 в квадрате – это у нас 16, тоже заканчивается на 6. Замечательно. Ну, соответственно, давайте найдем число, которое в квадрате заканчивается на 5, тоже легко, это 5, да, мы все понимаем, 5 в квадрате – это у нас 25. Да и вообще любое число, которое заканчивается на 5, будет в квадрате тоже заканчиваться на 5. Ну, а теперь давайте попробуем найти число, которое в квадрате заканчивается на 7. Так, ну если мы возьмем 7, то 7 в квадрате – это 49, нам не подойдет. Оно не на 7 заканчивается, да? Но если вы возьмете, допустим, 17, тоже не подойдет, тоже будет на 9 заканчиваться. Потому что 17 в квадрате – это 289. А нам надо, чтобы именно у квадрата последняя цифра была 7. То есть задание – найти число, квадрат которого оканчивается цифрой 7. Но если вы возьмете 42, тоже ничего хорошего не получится. 2, если умножить на 7, то будет 14, а 2 в седьмой степени, это будет явно четное число, тоже на 7 никак не заканчивается. 27 тоже сомнительно. Видите, если 7 в квадрате – это 9, то 27, вы же будете в конце все равно 7 на 7 умножать, тоже 9 в конце получится. Но если 9, допустим, в квадрат возвести, тоже ничего хорошего не будет. Будет 81. То есть на конце будет 1. Давайте вообще разберемся со следующим. Смотрите, для того, чтобы определить, какая получится последняя цифра у квадрата, нам на самом деле достаточно рассматривать только одну последнюю цифру исходного числа. Потому что как у нас получится последняя цифра квадрата? Вот у нас есть какое-то длинное число, вот у него последняя цифра, допустим, какая-то а. Чтобы возвести его в квадрат, мы будем умножать его само на себя, то есть на то же самое, у которого последняя цифра будет тоже а. Дальше мы, соответственно, когда умножаем, мы умножаем а на а. Сюда встает какая-то цифра, ну, b, допустим, назовем ее пока. И дальше все остальное число идет перед ним. А когда мы будем производить дальнейшее умножение, у нас все число будет сдвигаться. То есть эта цифра b, она, которая в конце стоит, она ни с чем уже складываться в итоге не будет. То есть она какая была, такая останется.
Значит, на самом деле, для того, чтобы узнать, какая последняя цифра будет у квадрата, достаточно рассмотреть последнюю цифру исходного числа. Давайте тогда вообще составим таблицу, какие могут получаться последние цифры у квадрата в зависимости от того, какая была последняя цифра у самого числа. То есть вот у нас есть число n и есть число n в квадрате. Ну, если n заканчивалось на 0, мы уже посмотрели, что n в квадрате тоже будет заканчиваться на 0. Если, допустим, на единичку, ну, понятно, что 1 умножить на 1 – это 1, значит, n в квадрате тоже будет заканчиваться на 1. Если n заканчивается на двойку, то, соответственно, будет 4. На тройку будет 9. На четверку получится 6, потому что 4 в квадрате – это 16. И, соответственно, на пятерку получится у нас 5, потому что 5 в квадрате – это 25. Здесь я выписываю слева последнюю цифру исходного числа, а справа – последнюю цифру числа n в квадрате. Соответственно, если мы продолжим заниматься этим, ну, какие у нас всего остались цифры, которые мы не смотрели? 6, 7, 8 и 9. 6 в квадрате – это у нас 36. 7 в квадрате – это у нас, соответственно, 49. 8 в квадрате 64, 9 в квадрате 81. Угу. То есть мы на самом деле сейчас перечислили все возможные цифры, которые могут получаться на конце у квадратов. Таким образом, мы можем заметить, что у вас число n в квадрате может заканчиваться только на следующие цифры. 0, 1, 4, 5, 6 и 9. Ой-ой-ой, я что сделала? 6 и 9. Соответственно, не бывает таких чисел, которые в квадрате заканчиваются на 7. Точно так же, как не бывает таких чисел, которые в квадрате заканчиваются на 2, на 3 или на 8. То есть, в принципе, у вас в любом случае квадрат натурального числа может заканчиваться только на 0, 1, 4, 5, 6 или 9. Чем полезно это соображение? Это соображение полезно сильно следующим. Тем, что представьте себе, что у вас будет какая-то задача, там, допустим, решить уравнение. И у вас там будет какое-нибудь уравнение, типа того, что, я не знаю, там, x в квадрате равно какое-нибудь там длинное число, а в конце у этого числа стоит, например, 2. Ну, так вы можете ничего не решать, вы можете сразу сказать, что у этого уравнения нет никаких решений, потому что, в принципе, не бывает такого числа, что вы возвели его в квадрат, и получилось 2 в конце. Вот. Так что давайте запомним, что квадраты на конце могут иметь только цифры 0, 1, 4, 5, 6 или 9. Такую же табличку можно составить для кубов, потому что для кубов на самом деле действует точно такое же соображение, что если у вас у исходного числа есть какая-то последняя цифра, то для того, чтобы получить последнюю цифру куба этого числа, тоже достаточно рассмотреть куб этой последней цифры. Потому что то же самое. Вот если у нас есть число в кубе, у нас будет там а какое-то на конце, а дальше мы его умножим само на себя, да, тоже будет а еще на конце, и умножим еще раз само на себя, тоже будет а на конце. Ну, так на конце у всего этого произведения получится такая же цифра, как у самой вот этой а в кубе. Так, 0, 5, 6, 9, как минимум 1 точно всегда подходит, потому что 1 что в квадрате, что в кубе, там всегда будет 1, поэтому он тоже подойдет. Давайте полную табличку составим, значит, последняя цифра самого числа n и какая последняя цифра может быть у n в кубе. Ну, смотрим также, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, 0 в кубе все равно 0, 1 в кубе все равно 1. 2 в кубе даст уже 8. То есть вот у куба уже, например, может быть 8 на конце, в отличие от квадрата. 3 в кубе – это у нас 27, значит, 7 может быть. 4 в кубе – это 64, значит, 4 может быть. 5 в кубе – 25, значит, 5 может быть. Ну и составляем вторую часть нашей таблицы. Здесь у нас идет 6, 7, 8, 9. Так, 6 в кубе – это 6 на конце, 7 в кубе – это 343, это 3 на конце, 8 в кубе – это 512, это 2 на конце, и 9 в кубе – это 729, это 9 на конце. Соответственно, давайте посмотрим, что в отличие от квадратов, что мы видим происходит в случае с кубами.
Тут получается на конце может быть и 0, и 1, и 2, и 3, и 4, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9. То есть в отличие от квадратов числа, куб числа может заканчиваться вообще любой цифрой. Ну, дальше вы, в общем, смотрите. Например, да, если у вас известно, что последняя цифра куба числа – это, допустим, 3, ну, значит, последняя цифра исходного числа обязательно 7, потому что между ними встает взаимооднозначное соответствие. Если последняя цифра куба числа, допустим, 7, то значит у исходного числа 3. Ну и, кстати, видим, что все числа разбиваются на пары, ну, кроме тех чисел, которые парные сами с собой. То есть вот если само число заканчивается на 4, то куб тоже на 4. Если на 5, куб тоже на 5. 1 тоже на 1, 0 тоже на 0, 9 тоже на 9, 6 тоже на 6. Ну а вот 7 и 3 и 8 и 2 образуют пары. То есть получается, что если исходное число заканчивалось на 2, то куб заканчивается на 8, и наоборот, если исходное число заканчивалось на 8, куб закончится на 2. Ну, соответственно, если число само заканчивалось на 3, куб закончится на 7, а если число заканчивалось на 7, то куб закончится на 3. А к чему это все? К тому, что давайте мы запомним следующие два факта. Во-первых, квадрат натурального числа может заканчиваться не любыми цифрами, а только цифрами 0, 1, 4, 5, 6 и 9. Соответственно, если у вас в задании получается, что вы считали, и квадрат заканчивается какой-то другой цифрой, то либо вы что-то не так посчитали до этого, либо, значит, у вас такое уравнение, которое не имеет решения. Ну, соответственно, в задаче нет решения. И если вы решаете задачу там, или уравнение, в которой у вас фигурирует куб, то по последней цифре куба числа вы всегда можете установить последнюю цифру исходного числа. Соответственно, вот по такой вот таблице. Ну, хочется верить, что с этим более-менее все понятно. В принципе, если вам нужно составлять подобные таблицы, да, то есть у вас задача будет, там, допустим, не куб, а четвертая степень или пятая, то там принцип действия точно такой же. То есть всегда последняя цифра любой степени определяется последней цифрой исходного числа, которое мы возвели в эту степень. То есть надо вам там найти последнюю цифру пятой степени, вы берете последнюю цифру исходного числа, возводите в пятую степень и смотрите, какая цифра в конце. Вот та цифра у вас и будет. Ну, по такой же аналогии можно сделать. Так, ну, вроде я так понимаю, что более-менее все понятно. Давайте, наверное, тогда двигаться дальше. Следующее, о чем я хочу поговорить сегодня, это формулы. Что такое формулы, где они встречаются и какие формулы больше всего нам нужны. Ну, чаще всего формулы встречаются, естественно, при решении каких-то задач. Например, это задача на движение. Что такое задача на движение? Ну, это когда кто-то куда-то едет, велосипедист едет, там пешеход идет, автобус едет, машина едет и так далее. Ну, вот, например, такая задача. Велосипедист едет со скоростью 15 км в час, спрашивается, какое расстояние он проедет за 4 часа. Чтобы узнать, сколько километров он проехал, ну, нам, соответственно, надо умножить скорость на время пути. То есть в таком случае мы умножаем 15 на 4, получаем, что путь у него будет раньше 60 километров. Замечательно. Давайте мы запишем правила, по которым мы находим путь по скорости и времени в буквенном виде. Ну, соответственно, обычно путь обозначается буквой S, скорость буквы V и время буквы T. Ну, получается равенство S равно V умножить на T. Вот такое вот равенство у нас называется формулой пути. Ну и вообще, в принципе, запись какого-то правила с помощью букв всегда называется формулой. Ну, бывают разные формулы, мы с ними впоследствии будем встречаться. Ну, по формуле пути, естественно, можно решать различные задачи, которые связаны с движением. Давайте посмотрим. Ну, такой вот пример. Автомобиль движется со скоростью 60 км в час, за какое время он пройдет путь в 600 км? Возьмем эту формулу, S равно V умножить на T, посмотрим, что у нас дано. У нас дан путь, S, и дана скорость, соответственно, V. Значит, мы заменяем S на 600, V на 60. Получаем уравнение 600 равно 60T, находим из него, что T – это 600 разделить на 60, соответственно, T равно 10. Ну, значит, чтобы проехать 600 километров, автомобиль должен двигаться 10 часов. Как это оформляется? То есть, если вам это надо оформить?
У нас написано вот здесь вот. Значит, при решении этой задачи мы обычно записываем формулу S равно V умножить на T. Просто подставляем то, что у нас дано. Ну, получаем уравнение, решаем уравнение и пишем ответ. А почему важно обязательно писать ответ? Потому что в ответе вы обязательно в таких задачах должны указать единицу измерения. И единица измерения у вас должна быть согласована с теми данными, которые есть в задаче. То есть если у вас, допустим, скорость дана в километрах в час, значит, ответ у вас, если вы находите время, получится в часах. Если у вас скорость дана, допустим, в метрах в секунду, значит, у вас ответ получится в секундах. Если там будут километры в минутах, значит, у вас ответ получится в минутах. И при этом важно следующее, что если у вас исходные величины не согласованы между собой, то есть, например, у вас дана была бы скорость в километрах в час, а пусть дан был бы в метрах, тогда вам надо сначала единицы перевести в одинаковые, ну, там, либо метры в километры, либо километры в метры, и затем уже, соответственно, подставлять всю эту формулу. Что не надо делить, допустим, метры на километры, ничего хорошего не выйдет из этого. Так, ну и последний примерчик тоже посмотрим. С какой скоростью должен идти человек, чтобы пройти 24 километра за 4 часа? Ну, все опять же просто. Вы берете 24 километра, берете 4 часа, все это подставляете в формулу. Получается, что 24 будет равно 4 умножить на v, решаем уравнение, получаем, что v равно 6. Ура, ура. И в ответ мы пишем 6 км в час. Значит, смотрите, что важно при оформлении таких заданий, что когда вы пишете уравнение, в уравнении вы не пишете единицы измерения. То есть вот у вас идет 600 равно 60 t, без всяких там часов, километров и всего остального. Дальше вы считаете t, нигде единицы измерения нет, в ответе они обязательно должны появиться. Ну, вроде тут ничего сложного нет, давайте попробуем. Значит, давайте найдем по формуле S равно V умножить на T путь, который будет пройден со скоростью 96 метров в минуту за 25 минут. Так, вижу 2400. Угу. Ну, я думаю, что, в общем, принцип понятен. Мы пишем, что S у нас в данном случае равно 96 умножить на 25. Соответственно, умножаем. Да, действительно, получаем 2400. Ну, если мы все это оформляем, то мы дальше после этого пишем, что ответ. И в ответе мы пишем 2400, в данном случае, метров, потому что у нас скорость дана в метрах в минуту. Так, давайте под буковкой B, я думаю, все еще проще. Да, все быстренько посчитали. 7 умножить на 6, действительно 42. 42 километра, ура, ура. Ничего сложного. Поехали дальше. Так, давайте найдем значение скорости V, если известно, что у нас T равно 12 часов, а S равно 240 километров. Так, ну, в основном получается 20. Действительно, смотрите, берем формулу, вместо S подставляем 240, вместо T подставляем 12. Значит, чтобы найти V, нам надо 240 разделить на 12. Ну, естественно, получим 20, и в ответе, если мы это пишем, то мы пишем 20 километров в час, потому что у нас расстояние в километрах, время в часах. Ну, и, соответственно, под буковкой B, если мы посчитаем... Ну, тоже ничего сложного. Делим 15 на 5. Да? 15 у нас равно, соответственно, получается v умножить на 5. Ну, значит, v равно 3. В данном случае метров в секунду. В принципе, для того, чтобы решать такие задачи, мы можем
не брать каждый раз одну и ту же формулу, что s равно v умножить на t, а сразу из формулы s равно v умножить на t выразить то, что нам надо найти, и потом уже туда подставлять. То есть, ну, мы, наверное, понимаем, что нам задача надо найти v. Как нам из этой формулы выразить v? Но раз s равно v умножить на t, значит, v будет равно s поделить на t. Ну и все, и сюда мы просто подставляем s, подставляем t, находим v, соответственно. Так, ну и то же самое, да, кстати, если нам надо время найти, t будет тоже равно s делить на v. Отлично. Давайте запишем буквами формулу для вычисления периметра прямоугольника, если, соответственно, буквами А и Б обозначены длины сторон этого прямоугольника, а буквой P обозначен периметр. И сейчас мы по этой формуле будем что-то считать. Давайте сначала запишем саму формулу, потом посчитаем то, что надо посчитать. Итак, нам нужна формула для вычисления периметра прямоугольника со сторонами А и Б. Значит, как она у нас выглядит? Так, вот предлагается P равно A плюс B умножить на 2. Ну, давайте посмотрим. Действительно, если у меня есть прямоугольник со сторонами А и Б, то, чтобы вычислить его периметр, мне надо сложить все его стороны. У него получается две стороны равны А, две стороны равны Б. Значит, у него периметр, это очевидно, 2А плюс 2Б. Ну, соответственно, если мы двойку вынесем за скобку, получится действительно А плюс Б умножить на 2. Божественно. Значит, вот наша формула для вычисления периметра. Теперь давайте сделаем задание под буквой А. Надо найти периметр прямоугольника, если его стороны равны 4 дециметра и 3 дециметра. Так, подставили 4 и 3, получили 4 плюс 3 умножить на 2, умножили, получили 14. Ну, волшебно, действительно так все и будет. 4 плюс 3 умножаем на 2, получаем 7 умножить на 2, вычисляем, получаем 14 дециметров. Так, прекрасно. Теперь давайте под буквой B попробуем. Значит, нужно найти сторону прямоугольника, если известно, что его периметр равен 30 сантиметров, а вторая сторона равна 7 сантиметров. Так, ну 14, 14, да, 14 все посчитали. Ну только не 30 разделить на 7 уж. У нас же периметр – это не произведение двух сторон. Так, 8, да? 8, 8. Вот там формулу вижу, да, правильно записанную. 30 разделить на 2 – минус 7. Ну да. А давайте просто подставим все, что у нас есть формула. Убедимся, что у нас тут получался правильный ответ. Значит, периметр нам дан – это 30. Одна сторона неизвестна, но пусть будет А. Вторая известна – это 7. Значит, получаем вот такое вот равенство. 30 будет равно А плюс 7 умножить на 2. Ну, отсюда получается, что 15 будет равно А плюс 7. Да, если мы обе части на 2 поделим. Ну и, соответственно, тогда А будет равно 15 минус 7, то есть 8. Ура, ура. Значит, 8 – это действительно правильный ответ. Все, кто получил 8, были правы. Так, ну, думаю, с формулой периметра, в общем, все понятно. Так, давайте посмотрим такую задачу. У нас есть две черепахи. Первая черепаха догоняет вторую черепаху. Значит, первая черепаха у нас сзади находится.
Скорость первой черепахи 130 сантиметров в минуту. Очень скоростная черепаха. А скорость второй черепахи 97 сантиметров в минуту. Известно, что сейчас расстояние между черепахами 198 сантиметров. Спрашивается, чему будет равно расстояние между черепахами через t минут. Соответственно, нужно записать ответ в виде формулы и упростить полученную формулу. Ну и после этого нужно будет вычислить, соответственно, через сколько минут первая черепаха будет догонит вторую. Ну, давайте начнем с того, что запишем расстояние между черепахами через t минут. Как нам это записать? Какая странная картинка, почему-то на ней все очень загадочно обозначено. Так, что-то я, видимо, как-то ее перепутала, когда рисовала. Сейчас мы это все поправим. А, значит, во-первых, у второй черепахи скорость 130. И не расстояние, а скорость. И не сантиметр. Да, вот. А у первой, соответственно, скорость это 97. Ну, потому что логично, что если та, которая впереди, у нее будет скорость 130, то она убежит просто. Так, 6 минут у вас получается. Божественно, давайте посчитаем вместе. Значит, какое будет расстояние между черепахами через 100 минут? Ну, давайте вычислим. Значит, если у нас вторая черепаха ползет со скоростью 130 сантиметров в минуту, то через t минут она, соответственно, проползет 130 сантиметров. Если первая ползет со скоростью 97, то, соответственно, она проползет 97 сантиметров. Нам надо узнать, какое будет между ними через это t расстояние. Ну, получается, что нам нужно, значит, что теперь сделать? Как нам это посчитать? Ну, вот была первая, она проползла, которая догоняла, короче, она проползла 130t. Которая убегала, проползла поменьше, 97t. Значит, чтобы посчитать, насколько сократилось расстояние, нам нужно что сделать? Ну, нам нужно взять и из 130t, которая проползла догоняющая черепаха, вычесть 97. Тогда мы узнаем, насколько, собственно, сократилось расстояние между ними. Значит, в итоге мы получим, что у нас будет 198 минус 130t, соответственно, минус 97t. Это будет расстояние между ними через время t. Ну, или если мы это сократим, то получится 198 минус 33t. Значит, что символизирует вообще собой вот это 33t в этой формуле? Ну, на самом деле, если у нас есть два движущихся объекта, и один догоняет второй, неважно, там, черепахи, машины, люди или кто угодно, то для того, чтобы вычислить, с какой скоростью сокращается расстояние между ними, надо просто из скорости догоняющего вычесть скорость убегающего. То есть если у меня черепаха убегает со скоростью 97, а вторая догоняет ее со скоростью 130, то значит на самом деле расстояние между ними сокращается со скоростью 130 минус 97, то есть, соответственно, 33 сантиметра в минуту. Ну, получается, действительно, за одну минуту вторая черепаха догоняет первую на 33 сантиметра. Ну, дальше мы просто записываем, соответственно, то, что нас попросили, чему будет равно расстояние между ними через 10 минут. И, соответственно, в конце нас спрашивают, через сколько минут она догонит вторую. Значит, получается, что у нас это должно стать равно нулю, расстояние между ними. То есть нам надо просто 198 разделить на 33, делим, находим действительно 6. Так, ну, хочется верить, что понятно. Значит, что мы должны вынести из этой задачи? Что если у вас есть два объекта, и они движутся в одинаковом направлении, у первого будет, допустим, скорость v1, у второго будет скорость v2.
то тогда расстояние между ними сокращается со скоростью v2 минус v1. И ровно с такой скоростью будет уменьшаться между ними расстояние. Так, давайте дальше. Теперь, если у нас есть два объекта, которые движутся навстречу друг другу. Итак, расстояние между двумя городами 600 километров. Навстречу друг другу теперь едут одновременно две машины. Одна имеет скорость 60 км в час, другая 40 км в час. Спрашивается, чему равно расстояние между машинами через 5 часов после выезда. Запишем ответ в виде формулы, упростим и поймем, какой смысл имеет число 100 в этой формуле. Ну, давайте подумаем. Значит, вот у нас есть две машины. Они едут навстречу друг другу. Одна едет со скоростью 40 км в час, другая со скоростью 60 км в час. Соответственно, за время t часов после выезда первая машина проедет путь S1, который будет равен 60 умножить на t. Вторая машина проедет путь S2, который будет равен, соответственно, 40 умножить на t. Потому что путь – это у нас скорость умножить на время. Значит, вместе эти две машины за время t проедут, естественно, S1 плюс S2. То есть они проедут 60t плюс 40t. Можем это упростить. Получится, что вместе за время t у нас две машины проезжают ровно 100t километров. Но чему будет равно расстояние между машинами через 5 часов после выезда? Но если исходное расстояние было 600 километров, а за t они проехали 100t, значит, расстояние между ними через t часов будет, соответственно, 600 минус 100t в километрах. Ну, да, например, да, если нас спрашивали бы, через сколько часов они встретятся, то мы легко можем теперь посмотреть, что через 6 часов. Потому что ровно 600 минус 600 получится. Значит, в чем смысл этой чудо-задачи? Если у вас есть два объекта, и они у вас движутся по направлению друг к другу, то для того, чтобы посчитать, с какой скоростью они приближаются друг к другу, мы эти скорости складываем. Соответственно, если у нас есть V1 и V2, то чтобы посчитать, с какой скоростью они сближаются, нам нужно вычислить V1 плюс V2. Это будет скорость сближения. Значит, если один объект догоняет второй, то мы считаем разность скоростей. Если они движутся навстречу друг другу, то мы считаем сумму скоростей. Так, давайте дальше про формулы. Какие еще бывают формулы? Например, бывают всякие формулы для площади. Давайте чуть-чуть поговорим о том, что вообще глобально такое площадь. Ну вот, посмотрим на рисуночек 62 с розовыми квадратиками. Ну, тут у нас фигурка состоит из 8 квадратов, ну и будем считать, что каждый квадрат имеет сторону 1 сантиметр. Соответственно, если у вас есть квадрат, у которого сторона 1 сантиметр, то площадь такого квадрата по определению мы называем одним квадратным сантиметром. Ну, соответственно, записываем эту площадь как 1 сантиметр в квадрате. В дальнейшем мы смотрим на то, из скольких квадратиков состоит наша фигура, соответственно, складываем, получаем площадь фигуры. То есть в данном случае у нас 8 одинаковых квадратиков, соответственно, площадь получается 8 квадратных сантиметров. Ну и вообще, глобальное правило такое, что если у вас есть какая-то фигура, и ее можно разбить на p квадратиков со стороной 1 сантиметр, то площадь этой фигуры будет равна p сантиметров квадратных. Естественно, то же самое верно для метра, дециметра и так далее. То есть если у вас фигура разбивается на 8 квадратов со стороной 1 метр, то площадь такого квадрата – это 1 метр квадратный, и у всей фигуры будет 8 метров квадратных. Теперь, если мы посмотрим на голубенькую фигурку на картинке 63, то она состоит из трех полосок, каждая из которых разбита на 5 квадратов со стороной 1 сантиметр. Соответственно, весь прямоугольник состоит из 15 таких квадратов. Значит, по определению площади у него площадь будет 15 сантиметров квадратных, потому что в нем 15 квадратиков со стороной 1 сантиметр. Ну и тогда мы логично получаем формулу площади, что для того, чтобы найти площадь прямоугольника, надо умножить всегда его длину на его ширину, потому что ровно это и дает нам количество квадратиков со стороной 1 сантиметр, которые составляют этот прямоугольник.
Значит, да, еще раз, у нас определение – это площадь фигуры равна количеству квадратиков со стороной там, 1 сантиметр, из которых она состоит. И, соответственно, из этого определения мы, по сути, получаем формулу площади уже после этого. Ну и запишем, собственно, эту формулу в буквенном виде. Если у нас площадь – это S, сторона, ну, длина, допустим, это A, а ширина – это B, то тогда у нас формула площади записывается в виде S равно A умножить на B. Дальше. Что важно знать про площадь? Значит, в принципе, мы называем две фигуры равными, если одну из этих фигур можно наложить на вторую таким образом, что эти фигуры совпадут. При этом эти фигуры, формально говоря, можно переворачивать и поворачивать. Ну, то есть, если у вас будет один прямоугольник, допустим, вытянутый, а второй вытянутый, но вертикально, но все равно можно наложить один на другой, то они равны. Если у вас там будет, я не знаю, какая-нибудь фигура, которую надо еще перевернуть, чтобы наложить на вторую, они все равно будут равны. То есть формальное определение, если на пальцах, оно выглядит так. Если вы можете там из картонки вырезать одну фигуру, а потом как угодно переворачивая, поворачивая, наложить на вторую так, что они совпадут, то тогда вот такие две фигуры называются равными. И для равных фигур выполняется всегда такое свойство, что площади равных фигур всегда равны. И периметры равных фигур тоже всегда равны. Ну, что, в общем, довольно логично. Если две фигуры равны, наверное, у них все равно. И площади, и периметры. Тогда мы можем еще двинуться к следующему свойству. Значит, давайте рассмотрим вот такой вот прямоугольничек ABCD, который у нас нарисован на картинке. И пусть у нас есть линия KLMN, которая вот жирненьким нарисована, которая рассекает его на две фигуры. Мы видим, что эта линия, собственно, разбивает его на две части, и одна из этих частей, левая, имеет площадь 12 сантиметров квадратных, потому что из 12 квадратиков состоит, а правая, ну, условно, правая нижняя, имеет площадь 9 сантиметров квадратных, потому что из 9 квадратиков состоит. Ну, а заметим, что площадь всего такого прямоугольника, это у нас по формуле 3 умножить на 7, то есть 21 сантиметр. Ну, и нетрудно заметить, что 21 – это 12 плюс 9. Что иллюстрирует собой этот пример? Он иллюстрирует следующее свойство площади, что площадь всей фигуры всегда будет равна сумме площадей ее частей. При этом вы можете разбивать фигуры на две части, на три, на четыре, на пять, на десять, хоть на двадцать. Значит, если вы фигуры разбиваете на какие-то части и посчитали площади всех этих частей, то площадь всей фигуры будет равна сумме площадей вот этих частей. Так. Соответственно, что мы можем вывести отсюда? Мы можем вывести формулу тогда, по сути, для площади треугольника. Для площади какого треугольника? Такого треугольника, который получается как половина прямоугольника. Вообще говоря, такие треугольники называются прямоугольными, ну, что действительно довольно логично. Да? Раз у вас был прямоугольник, отрезали от него половину, получился какой-то треугольник, надо его как-то назвать. Но раз исходная фигура была прямоугольник, значит, назовем такой треугольник прямоугольник. Что вот мы видим на картинке у нас? Есть прямоугольник ABCD, отрезок AC разбивает его на два равных треугольника ABC и ADC. А мы знаем следующее. Мы знаем два факта, которые мы только что обсудили. Что, во-первых, у равных фигур будут равные площади, а во-вторых, что если у нас фигура разбивается на части, то ее площадь равна сумме площадей этих частей. Соответственно, если у меня площадь одного из этих треугольничков, допустим, красненького, будет равна, ну, назовем ее как-нибудь, так, сейчас мы ее назовем обязательно, значит, назовем ее S-треугольника, то тогда площадь второго, беленького, тоже будет S-треугольника. Потому что эти два треугольника, как нетрудно видеть, получаются друг с другом наложением. Надо просто верхний взять, перевернуть и приставить. А что это означает? Это означает, что, во-первых, у них площади действительно равны, а во-вторых, получается, что если мы сложим S-треугольника с S-треугольника, то у нас получится площадь всего прямоугольника. То есть получится A умножить на B. То есть получается, что две площади треугольника – это A умножить на B. Соответственно, мы можем вывести формулу для площади одного треугольника. Получается, что площадь одного треугольника
Это будет а умножить на b и делить на 2. Это мы просто из свойств площади выводим. То есть, зная площадь прямоугольника и зная свойство, что у равных фигур равны площади, а площадь равна сумме площадей. На самом деле, примерно так же будет вычисляться и площадь у любого треугольника, но только там надо будет не 100 набрать, а немножко другие вещи. Поэтому давайте мы пока запомним, что если у вас есть прямоугольный треугольник, а прямоугольный это такой, что у которого вот есть прямой такой вот угол, то у него площадь вычисляется ровно следующим образом. А умножить на b пополам, где а и b это две его стороны, которые составляют этот самый прямой угол. Дальше. Что касается фигур и их площадей. Есть у нас такая выделенная фигура, которая называется квадрат. Квадрат это прямоугольник, у которого равны все стороны. Ну, соответственно, если у вас сторона квадрата равна, допустим, 4 сантиметра, то площадь его будет 4 умножить на 4, то есть, соответственно, 16 сантиметров квадратных. Ну и вообще, если у нас площадь прямоугольника считается по формуле s равно a умножить на b, а у квадрата обе стороны равны и обе равны a, то логично, что площадь квадрата считается по формуле s равно a умножить на a. Ну и мы говорили, что если a умножить на a, то это будет a во второй степени или a в квадрате. Собственно, ровно из-за того, что площадь квадрата равна а во вторую степень и называют квадратом. То есть поэтому и говорят, что а в квадрате. Так как бы вот сложилось. Ну, в принципе, наверное, все более-менее понятно. Значит, из основного. Площади равных фигур равны. Фигуры равны, когда они совмещаются друг с другом наложением. Если фигуру разбить на несколько маленьких фигур, то ее площадь будет равна сумме площадей этих фигур. Площадь прямоугольника – это а умножить на b. Площадь квадрата – это а в квадрате. Площадь прямоугольного треугольника – это а умножить на b делить пополам, где а и b – это, соответственно, стороны, между которыми находится прямой угол. Вот это вот то, что мы сейчас только что обговорили. Так, божественно. Давайте посмотрим на эту картинку и найдем на ней равные фигуры. Проверим, насколько мы вообще понимаем, что такое равные фигуры. Так, B и F, A и E. Давайте я их буду соединять. Значит, B и F. А и Е. Так, ну и С, Д, Е. Нет, С, Д, Е. С, Д, К. Все, С, Д, К. Ну, действительно, видно, да, что Б совмещается с F, А совмещается с Е, С и Д совмещаются с К. Прекрасно. Что такое равная фигура, я думаю, в общем, более-менее все понимают. У нас есть глаза, мы смотрим на них, видим, что они равны. Так, замечательно. Давайте найдем площадь каждой фигуры, изображенной на рисунке 68, если условимся, что длина одной стороны одной вот такой маленькой клеточки 1 сантиметр. Сейчас узнаем, кто умеет быстро считать клеточки. Ага, 14, 8, 10, 14, 14. Так, у первой, значит, 14. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, три, 14. Да. У второй 8, да. И у третьей, раз, два, три, четыре, действительно 10. Ну что же, я думаю, принцип понятен. Посмотрели на фигуру, на сколько квадратов она разбита, такая у нее и площадь. Все, ура, ура, все понятно. Божественно. Так, давайте такую задачку тогда решим. Длина прямоугольника 28 сантиметров, а ширина в 7 раз меньше. Спрашивается, чему равна площадь прямоугольника? Четыре, это, конечно, замечательно, только спрашивается, чему площадь равна. Я пока нарисую прямоугольник.
224, 112, еще 112, 28 делить на 7 равно 4. Ну, смотрите, 4 это вы стороны нашли, да? Дальше надо же еще площадь посчитать. 4 это, да, это сторона. Значит, действительно, если у нас 28 сантиметров длина, известно, что ширина в 7 раз меньше, значит, ширина действительно 4, и осталось посчитать площадь по формуле А умножить на Б. Соответственно, 28 умножить на 4, это все-таки не 224, это все-таки 112. Ну, 25 на 4 это 100, и еще 3 на 4 12. Действительно, 112 получается. Так, хорошо, посчитали. Так, давайте теперь посчитаем площадь квадрата со стороной 15 сантиметров. Так, площадь, площадь, не периметр, а площадь. Так, 15, 60, 225, какие-то странные большие числа. Прикольно. Так, ну, давайте разбираться. Значит, квадрат. Это мы говорили, это прямоугольник, у которого все стороны равны. Значит, у него все стороны, это у нас 15. Действительно, если бы вам надо было периметр посчитать, 60 бы получилось. А площадь у него, мы говорили, что это А в квадрате. Значит, нам, чтобы вычислить его площадь, надо умножить 15 на 15. Ну, все-таки это не 125. Давайте посмотрим правде в глаза. И не 835. И не какое-нибудь еще странное число. Если вы умножите 15 на 15, получится 5, 2 в уме 7, 5, 1. И когда вы это сложите, то вы получите те самые, соответственно, 225. Так, значит, 225 в данном случае это будет у нас правильный ответ. Ну и вообще-то, если бы мы уже выучили таблицу с квадратами чисел до 20, то мы бы уже знали, что 15 в квадрате это 225. И мой вам совет ее выучить. Это явно вам это упростит жизнь. Берете просто все числа от 1 до 20 и учите все квадраты этих чисел. Очень помогает в жизни. Так. Ну, давайте, наверное, последнюю задачу сделаем, и на этом тогда закончим на сегодня. У нас есть два прямоугольника. Известно, что они имеют равные площади. Длина первого прямоугольника 16 сантиметров, а его ширина на 12 сантиметров меньше длины. Длина второго прямоугольника 32 сантиметра. Нужно найти, во-первых, ширину второго прямоугольника. Ну, давайте, короче, пока найдем ширину второго прямоугольника. Дальше потом уже будем разбираться. Так, значит, есть у нас два прямоугольника. Длина первого 16, длина второго 32. Известно, что ширина первого на 12 сантиметров меньше длины. Так, вижу 3. Угу. Ну, значит, 16, если минус 12, это у нас 4, и известно, что у них равны площади. Значит, соответственно, площадь первого – это у нас 16 умножить на 4. Получается действительно 64. Ну, теперь, соответственно, считаем площадь второго и найдем тогда его ширину. Известно, что у них площади равны, значит, площадь-то второго тоже 64.
а длина у него 32. Ну, значит, ширина действительно все-таки 2, как мы только что посчитали. 1664 разделить на 32, вы получите 2. Ну и там последний вопрос в этой задаче, чему будет равна сторона квадрата, которая имеет такую же площадь. У нас есть квадрат тоже со стороной, с площадью 64, какая же у него будет сторона тогда? Ну, сторона квадрата не будет 16. Потому что 16 в квадрате – это сильно больше, чем 64. Это 200 с лишним. 64 – это его площадь. То есть вам нужно найти такое число, а, да, сторона квадрата, чтобы а в квадрате было равно 64. Так, вот я видела, там проскакивало 8. Да, вот 8 – это хорошо. Действительно, мы знаем, что 8 в квадрате – это 64. Значит, сторона этого квадрата действительно будет 8. Так, ну, хочется верить, что мы как-то более-менее поняли, как пользоваться этими формулами. Уж не знаю, насколько, но будем надеяться. Так, значит, давайте подытожим. Что мы сегодня сделали? Мы с вами посмотрели, какими цифрами могут заканчиваться квадраты и кубы натуральных чисел. Это во-первых. Во-вторых, посмотрели на задачи про движение, что они решаются с помощью формулы s равно v умножить на t, и, соответственно, бывают задачи на совместное движение, когда оба объекта движутся либо навстречу друг другу, тогда скорости складываются, либо движутся в одном направлении, один догоняет второго, тогда скорости вычитаются. И после этого посмотрели формулу площади, соответственно, для прямоугольника, квадрата и прямоугольного треугольника. Ну и немножко порешали на это всю задачу. Ну что, я надеюсь, что было более-менее понятно и будет более или менее полезно. Спасибо вам за занятие и до свидания.